Всем привет. Привет. Мы идем куда? На танцы. На танцы. А где были только что? Садики, да. С садика идем на танцы. У нас еще снег. У нас еще сугробы. Но сегодня тепло. Сегодня солнышко. Да. Привет, Тонка. Привет, Том. Стой, машина, Тёма. Привет, Том. Привет. Мам. Переступай лужу. Пошла вон. Фу. Пошла. Фу. Собака какая. Да. Вот, смотрите, стой, Тём. Он нюхает, а там у нас чем-то пахнет. Какие сугробы, а ну. Покажи рукой, какие сугробы вот большие. Они. Да. Пол Тёмы, да? Да. И собака где-то нас нюхает. Да, и собака нас нюхает. Да, Тём. У нас сегодня солнце. День чудесный, да? Привет. Мороз и солнце, день чудесный. Ну, я сам хочу идти. Сам. Я хочу сам идти. Сам будешь идти? Ну, иди. Рядом. Рядышком? Да. А папа не взял самокат. Да, самокат. Куда самокат? Если знаете, какие сугробы. Какой самокат? Самокат будет, когда уже все растает. Кушай же, Вилен. О, отойди, лавочку несут. Отойди, чтоб не ударили, Тём. Мы приехали на танцы, да? Ага. Смотри на маму. Друзья, Тёма пошел с Тимурчиком на репетицию. Мы заказали себе, сестра, зять и я, чаю и вот такой кексик. Мы приехали с танцев, нам дали номер, сказали прицепить сзади на спинку к рубашке завтра. Вот даже он подписан. Левин Артём. В начале видео или в середине видео там плохо будет слышен звук, потому что снималось на другой телефон. Там динамик нам повредили, оказывается. И плохо записывает звук. Так что вот мы будем сейчас подготавливаться к танцам. Приготовим рубашку, брючки. И надо найти еще 4 булавочки, чтобы прицепить номер на спину. А сейчас мы будем заниматься готовить пончики. Сегодня наш друг по Ютубу выложила рецепт. Пончики на сгущенке. Вот Настя купила, приехала с работы, купила сгущенку. Будем делать. Ну что, друзья, хотела я делать пончики. У меня это забрали дети. Но единственное, что они мне разрешили делать, это налить масло и жарить их. Да? Вот такие вот пончики. Посмотрим, что получится. Результат какой будет. Да, дети? Угу, Ваня. Да? Угу. Вот столько получилось пончиков. С одной порции. Да, Илюша, он кусочек теста, да. И формочка достали, бабочку делает. Так что всем приятного аппетита. Машенька, спасибо тебе за рецепт.
такой простенький. Это я сегодня утром проснулась и увидела видео Маши. Да, красиво там. Пончики на сгущенном молоке называется. Всем приятного аппетита. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Маши пока, Илюш. Не? Пока-пока.